Уважаемые коллеги, продолжаем нашу пресс-конференцию. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тосно» Кирилл Михайлович Гашичев. Кирилл Михайлович, во-первых, с победой вас и вашу команду. Ну и мнение о матче. Добрый вечер всем. Добрый, на самом деле, вечер получился. Ну, вот если коротко охарактеризовать, я говорю, банально там слова благодарности, это, конечно, само. Низкий поклон всем ребятам, они вот эту концовку выдержали на ура. Все-таки там бились, прямо вот мотал себя. Была настоящая битва. Еще. Тяжело было, особенно в концовке. Мы смогли набор, натиск перевести ближе к их воротам. Не показалось ли драматургия этого матча аналогично, как была игра с Енисеем Красноярским? По счету, конечно, не так совсем. Я не так нас переигрываю на стандарты, конечно, не пользуюсь высокорослыми своими игроками. Ну, чем-то схоже, ну, не совсем так все-таки. Здесь уже было немножко чемоданное настроение. Сложно было ребят мотивировать. Нам было сложно. Ребят мотивировали сами. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Сейчас, конечно, стандартное положение. На самом деле, вы играли полный сезон, как в данном случае, полный позади внешний как раз, и несколько моментов четко приходило. То есть это именно с этой командой, которая мощная, сложная, или в принципе с этим строением есть как раз сложно? Ну, знаете, просто сегодня у нас ряд игроков был не таких габаритных, что зона очень имеет большое значение, как и концентрация, там, внимание непосредственно там, по игре по мячу. Есть свои минусы в этом построении, но мы выбрали это построение на сезон, и мы считаем, что это правильное построение, потому что пропустили мало голов. Может быть, даже один или два, я точно не могу сказать. Коллеги, еще вопросы? Пожалуйста. Кирилл Михайлович, пожалуйста. В прошлый игру с Енисеем вы выпустили Павленко в старте. Сейчас его выпустили только на замену. Почему? Он был не готов играть 90 минут или так? Вам понадобится? Так решили, мы посовещались, решили, что именно в этом матче он должен быть. Потому что, ну, разные бывают ситуации. Опять же, сейчас не буду глубоко залезать. Кто-то может выйти на замену, кто-то не может. Саша может выйти на замену, может выйти и помочь. И на сегодняшний день выпало именно так. Мог, к сожалению, вот взял на себя институт, мог и отдать. Мог и отдать, да, конечно. Кирилл Николаевич, извините, просто еще вопрос. Вы возглавите в дальнейшем клуб или все-таки будет замена главного тренера, и ваша приставка ИО будет на главный тренер? Моя приставка ИО превратится в ассистент главного тренера, я надеюсь. Но у меня нет ни лицензии, ничего. Мы ищем главного тренера хорошего. Качественно русского, да, пожалуйста. В конце матча случился эпизод в штрафной Тосно, когда там упал игрок, луча энергии, когда там заслепол, совершил пытается чуть не просто, но им казалось, что был пенальти. На ваш взгляд, там был пенальти. Еще вопрос, пожалуйста. А как оцениваете прошедшую половину сезона, всю, если на 5 минус. Я думаю, что так. А в чем минус? Минус, ну, в том, что мы на третьем месте, а не на первом. Только в этом. Мы будем работать, у нас сейчас хорошая предсезонная подготовка прорабатывается. Не смазанная, как этим летом. Наверное, там порядка 2,5 месяца. Хорошо подготовимся, возможно, усилимся, но любая себя уважающая команда, которая хочет расти вперед, по-любому будет проводить точечную селекцию. Еще неизвестно, весной вы будете играть в Тихвине или здесь? Честно, эта информация не обладает. Возможно здесь, возможно в Тихвине. А вам Тихвин понравился? Конечно, конечно. Нам и здесь понравилось. Еще вы, где мы побеждаем, нам везде нравится. Спасибо. Коллеги, ну если нет больше вопросов, Кирилл Михайлович, еще раз победы с таким мажорным завершением осенне-летней части сезона и удачи в будущих баталиях.